Ребят, всем привет, вы на канале Ванчик Пацанчик. Комментарий, который я успел прочитать, это сыграй в игру Dead Park. Вы хотите, чтобы мы показывали подходящие вам объявления? Ну, давайте принять. Смотрите, вот такая вот у нас игра. Ну, продолжить я, собственно. Давайте посмотрим сначала магазин, я ее вообще не видел. Клоун. Можно ему сделать очки и наушники. Клоун слышит хуже. Оружие, фейерверк и щит. И монеты каждый день типа 40, 60, 80. Но это прикольно все. Давайте новая игра. Язык, давайте качество поставим высокое, чёрное. Призрак, давайте играть на призраке. Короче, враг не видит, не атакует вас. Ну, собственно, я думаю, что мне доступно сыграть на призраке, так как я вообще ничего не знаю. Что тут? Улучшение. Давайте, ну, все. Еще я не могу это ничего включить из вот этих вот улучшений, потому что их надо приобрести в магазине, как тут написано. История. Вы попадете в заброшенный парк аттракционов. Ваша задача – разобраться в происходящем и спастись. Оно вас видит и слышит. Следите за его передвижениями. Прячьтесь под фургонами, кроватями, в шкафах и других укрытиях, чтобы выжить. Сохраняйтесь у игровых автоматов, исследуйте парк и узнайте всю историю. Вот такая вот наша история вот этой игры. Давайте начинаем. Я уже нажал «Играть». Будем пробовать, что это вообще за игра. Такой вот пробный видосик. Давайте смотрим все, конечно же, сцены. Так, я просыпаюсь в какой-то комнате, как в Гренни. Просыпаюсь я, собственно, в такой же комнате, как и... Ага, так, сейчас я немножко разберусь тут с управлением. Это кто там так... Так, дверь сразу же заперта. Спрячусь под... А как мне спрятаться? А, вот так вот это, да? Кто это? Это сам этот клоун? Но я его не боюсь, потому что, как бы, я на призраке все-таки играю. Так. Ну, я слежу за этим всем. Я тут спрятался под кровать, пока этот клоун ходит. Ну, как мне... Возьмите ключ от детской комнаты в тумбочке. Мне тут все сейчас прописано. Так. Ключ от детской комнаты. Продолжить. Так, немножко пугающая игра. А, то есть тут вот так вот все надо делать? Death Park. Интересно, зачем я... Так, ачивка сделана. Я выбрался из парка. Так. Взял билет на аттракцион поезда. Хорошо, отлично. Вот этот сам клоун. Куда-то пошел он. Злой, недовольный. Если вы не знаете, что делать, просто воспользуйтесь подсказкой. Спасибо, очень удобная функция. Так, теперь... А, вот поезд туда. Я, в принципе, читать, надеюсь, умею еще. И мне надо идти к аттракциону. Поезд, господи, что происходит? Ну, пока что, мне кажется, тут встречаться мне... Так, что мне делать дальше? Билет в поезд поставить. Вот тут уже небольшая несостыковочка. Почему я не могу ничего сделать с... Да, с поездом. Я не могу использовать билет на поезд. Может, мне его как-то надо войти? Видимо, нет. Так, ну хорошо, что я не застрял. А, вот этот, да. Смотрите, это я! Это что, я нашел? О, красно. Не, ну я смотреть буду, конечно. Ну, давайте позже оценим. Так. А зачем мне выйдите? Войдите в здание администрации. Иди, это здание администрации. Так. Ну, вот это, наверное, оно. Осталось сохранение одно.
Нет, давайте пока не буду сохраняться. Тут я монетки, естественно, буду собирать. Так, ребят, напишите мне в комментариях, кто играл уже в эту игру, потому что я ни разу, как вы видите, я вообще ничего тут не понимаю. Ну, тут как бы такое вот обзорочное видео, просто посмотреть, что-то тут есть. Ой, как громко. Так, а где... да, мне нужна подсказка. Так, все, я получил подсказку. Мне написали, возьмите доску возле, короче, железного парка. Вот это вот. Какую железную доску? Видимо, что-то здесь. О, я себя вижу. Меня это уже радует. Так. Вот туда мне, наверное, надо пойти. Да. Вот эту мне штуку, да? Подобрал доски, да. Что дальше мне делать? Куда мне идти? Где тут у нас администрация? Так, ну это я обошел, просто круг сделал. Так. Ну, если честно, игра такая пугающая. Лодка, колесо. Так. Подобран слайд. Так. Выглядит очень старым. Он может еще работать. Этого я не знаю, как и... Так, ну... Короче, здесь очень много остановок поезда. Может, мне надо эти доски переложить? Да! Все отлично. И что мне тут делать? Зачем? Опа. Это бутылка с водой. Не уверен, что там хорошая вода. Ее можно пить, но... Так, давайте просто сейчас я смотрю. Тут, кстати, музыка прикольная. Монетки собираем, за них я потом что-то куплю. То, что вы мне напишите в комментариях. Надеюсь, их в этот раз не отключат. Также пишите мне, опять же, какие игры играть. Я, может, закачаю много. И будем уже играть во все да сразу. А, так я ж таких находил уже. Блин, он же стоял такой же предмет в комнате нашей первой. Кстати, вот этого вот клоуна пока что нет. Я не знаю почему. Ну, в принципе, он мне-то и не интересен пока что. Заперто. Так, видимо, чтобы зайти в вот эту вот комнату админи... О, еще одна пасхалка. Не пасхалка, а... А, тут две... Я нашел только 213, капец. Тут, видимо, чтобы попасть мне вот эту вот зону секретаря, мне надо пройти вот этот вот саму игру. Ну, ладно, ребят, я думаю, что... Ну, сейчас я еще давайте осмотрю чуть-чуть тут. Что тут? О, это картинг. Так, прикольно, прикольно. Я могу на них ездить? О, монетки. Это покрышка. Так, ну на этом картинге нет абсолютно ничего. Это какая-то барная стойка, в которую нельзя зайти. Так, поезд и карусель. Ну на поезде. Ё-моё, смотрите, это он! Привет, братан! Да покажись! Ого, он высокий! Вот. А куда? Давайте последим за ним. Вы посмотрите на него. Какой же он стрёмный. Ребят, это клоун. Ну, как по мне, страшный. Напишите тоже свои варианты в комментариях. Придумайте для него имя, потому что называть его всегда клоуном как-то так. Не очень. Смотрите, он просто сквозь деревья ходит. Но мне кажется, что эта игра вышла не совсем давно, так как она, видите, еще, мне кажется, не совсем... Кстати, ну реально, игра классная, но мне кажется, не совсем проработана.
Но если бы сделали чуть-чуть круче графику, ну в этом и прикол-то, в том, что она такая страшная, хоть и крутая графика, но именно страшная атмосфера, вот как для меня. Ну вот такое вот обзорное видео, ребят, по игре Death Park. Если вам оно понравилось, то поставь лайк, подпишись на канал. Тебе не сложно, а мне будет приятно. Ну и также напишите в комментариях, как вам эта игра. Если вы хотите, то я буду снимать дальше, потому что ну, мне она так довольно-таки понравилась. Не знаю ваше мнение, потому что ну, я не владею телекинезом. Спасибо тебе за просмотр. Подпишись на канал. Нажми на колокольчик, чтобы не пропустить вторую серию, если ты ее ждешь. Что это? А, это под фургон. Если ты ее ждешь. Ну и с вами был, кстати, я, Ванчик Пацанчик. Новая игра для меня. Может, для вас нет, но для меня игра новая. Death Park. Клоун. Придумайте также для него название в комментариях. Ну и всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока.